неплохой сезон у клуба. По результатам они постараются остаться в этой лиге. Ну и, кто знает, может быть, даже поборются за путевку выше. Знаешь, впереди еще столько же игр. И будем надеяться, очков они подзаработают все-таки побольше. Какой перехват! Восторг! Может получиться интересная атака. Судья показывает, что будет угловой. Нет, это не пас. Это может быть опасно. И свисток останавливает игру. Офсайд фиксирует линейный арбитр. Перехват мяча. Опасно! Невероятное спасение! Судья показывает на угол поля. Мяч летит в штрафную площадь. Удар со второго этажа. Ох, какой гол! Какой гол! Хорошее начало игры. Первый же удар оказывается голевым. Невероятной точности удар головой. И гол. Мастерский гол. Мастерский. 9 минут отыграли, и у нас уже есть забитый мяч. Посмотрим, какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Прекрасная передача. Этот навес становится легкой добычей защиты. Получает мяч на ходу. Тут защита справляется с потерей мяча. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Джеральд. Отлично сыграно, надо решать. Защита надежно играет, мяч отобран. Эньяма! На месте голкипер, все в порядке. Арбитр назначает угловой. Удар по воротам. Не точно удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Пас назад. Совсем необязательная потеря. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Сыграно-то точно, а вот стоило. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? И как пробил! Далеко от ворот проходит мяч. Вот это здорово! Отличная работа! Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Не удается нападающим прорваться через защиту. Мяч перешел к другой команде.
Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание. Нужно бить поворотом! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Санчес. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Карасо. Великолепный пас. Стандарт – это всегда возможность забить, а им нужно забивать и сравнивать счет. Эньяма! Удар головой и выше ворот. Вот это да, отличный перехват. Итак, у нас аут. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Карасо. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Я уже сбился считать передачи, честно говоря, их много, и они все точные. Не самое лучшее решение. Испортило оно такую интересную атаку. Санчес. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Санчес. Это может быть опасно. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Навешивать пора. Такими передачами только смешить оборону. Уходит. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Отлично сыграно, надо решать. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Прекрасная передача. И здорово играет защитник. Сыграно-то точно, а вот стоило. Тут может что-то получиться. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. У
ушел мяч. Аут. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Удар! И на месте голкипер. Угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Прекрасно сыграно. Мяч перехвачен. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Санчес. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Головой наносит удар игрок. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Удар заблокирован, счет прежний. Надежно за боковую. Де Росси. Отобран мяч, надо возвращаться. Он накручивает соперника под... Видать! Один мяч уступает команда, и надо было сравнивать сейчас. Да, отличный был момент, что тут говорить. Очень обидно. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Посмотрим за этой атакой. Сейчас надо сравнивать. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Мяч покинул пределы поля. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Желтая карточка. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд, ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И как опасно пробил. И справляется вратарь с этим ударом. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр.
Потянул мышцу он, похоже. Если это так, то ему, вероятно, понадобится замена. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Атака остановлена, но кто получит мяч? Вертонген! Удивительно плохую игру демонстрирует сегодня команда. Да, пожалуй, сегодня они не в лучшей форме. Уже столько промахов. Это просто неприлично. Надо что-то делать с реализацией. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Вертонген! Гол-гол-гол-гол-гол! Сумасшедшая концовка, друзья! И ничья в самой концовке матча. Ну что, у кого хватит сил что-то изменить еще? Поворот, конечно, неожиданный. И сейчас что угодно может, наверное, произойти. До конца игры 7 минут. Может получиться интересная атака. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Энья. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играл. В этой атаке оборону пройти не удалось. Как он работает с мячом? Всех обыграл. На грани офсайда хотел сыграть, не получилось. Решающий момент для команды, и боковой арбитр фиксирует вне игры. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Очень неплохо пока. Надо только довести эту атаку до ума, и тогда победа ваша. Отличная передача. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Да, над входом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Летит в штрафную площадь. Удар со второго этажа. Ох, какой гол! Какой гол! Хорошее начало игры. Первый же удар оказывается. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Вертонген! Гол-гол-гол-гол-гол! Сумасшедшая концовка, друзья! И ничья в самой концовке матча. Ну что?